Итак, играю в игру Darkest Dungeon. Вообще, эта игра уже была то ли альфа-версия, то ли бета-версия, я не знаю. Я в нее даже играл. Даже делал ролик. И вот, я так понимаю, эта игра релизнулась окончательно или что-то такое. Вот тоже решил поиграть опять. В прошлый раз она мне не особо понравилась. Что-то я не преуспел. Проебал весь отряд. Пока что мне отлично. Пока что. Чё бы выкинуть такое? Ладно, вот это. Пока что мне везет на самом деле. Я еще никого не проебал, у меня никто не умер. О, обезврежено, отлично. Я сам на самом деле поражен, как мне это удается, реально. Ни один член отряда еще не умер. Правда, у меня на лечении там парочка, потому у меня без танка, тут танка нет в отряде. Вот этот челик дебаф накладывает на врага. Это стреляет, этот хилит. Это типа тоже дамажит, но она сама. У нее эффект такой эгоизм, типа она сама ходит. А, уже нет. Отлично. Уклонение хреново, вот. До хрена я уже налутал. У меня цель тут тупо выполнить квест. Вот исследовать 90% комнат, потому что тут достаточно сложный поход. Это второй поход уже для меня. И вот этот реально он сложный. Очень много комнат. Танк у меня лечится сейчас, к сожалению. Танка я в бой не брал. Пиздец. Надеюсь, это... О, отлично, крит. Надеюсь, это последней игрой не станет сейчас. Точнее, последним походом. Это, я так понимаю, в этой игре все равно умирать будут твои герои. Отлично. Типа от этого никак не уберечь. Скрытность лучшая часть доблести. Это первый из моих героев, погибших у вас на службе. Вы можете отступить с поля боя, отказаться от этого задания, чтобы спасти других, либо продолжить. Выбор за вами. Я не знаю, в принципе. Мне кажется, что можно затащить. Типа я одного проебал. Но это же еще не конец, правильно? Блять. Интересно, я лут потеряю, если отступлю. Я вот этого не знаю. Блять. Ну, я не знаю, попробую. На самом деле у меня такой ситуации не было. То есть у меня достаточно хорошо все было. Это впервые тогда. У меня первый персонаж сейчас сдох. Даже уклонение все время. То есть это у меня впервые такая ситуация. Да блять, как можно каждым ударом промахиваться? Интересно. Типа персонаж сразу не умирает, когда он на лоу хп. Он еще может быть спасен. Блять. Вот эти трупы не дают пройти. Бить врага. Хреново. Добить. Почему не добила? Типа у меня, конечно, до хрена лута. Интересно, я его потеряю. Небесное лечение. Ладно, добью уже вот так. Оберег тут. Ладно, хрен с ним, ничего мне не надо. О, отлично.
Разведка. Интересно, просто я так много прошел, обидно уходить. Блин. Может, еду и отхилиться. Что у меня еще есть? Еще еда. Все, да, больше нечем отхилиться. О, привал, отлично. Преимущество привала. Привал состоит из двух частей: фазе питания и фазы навыков. При фазе питания выбирайте, сколько еды нужно съесть для восстановления здоровья. Я уже съел. Убедитесь, что у вас достаточно пищи. Я уже съел. Фаза навыков позволяет вам тратить очки отдыха на различные навыки героев. Блять, сука. Я не понимаю, это же странно. Перетяжка арбалета. Лечение. Песнопение. Побафать их чуть-чуть. Все похоже, я больше ничего такого не могу сделать. Ну да. Все. Да. Втроем, конечно, рисково, мне кажется, надо отступать, а то я уже, у меня один спутник сдох, сейчас остальные умрут. Ладно, типа у меня есть хил. Но он очень слабый. По крайней мере, этот челик ваншотить может. Да. Но так надо сделать. Да, сюжетка тут такая, типа какое-то заброшенное поместье, и типа в него вернулись, надо вот очистить от зла и вот этого. Ролик там в начале. На пороге смерти. Сейчас еще минус один, да, будет. Что характерно, вот эта девочка фуловая вообще стоит. Но она должна быть в конце, по идее, чтобы хилить. Просто мне хотя бы квест выполнить, 90% комнат исследовать. О, отлично. Бля, ща их убьют, кстати. Вот этого. Чё ж не ваншотнул? Да, все. Итого минус 2.
Блять, почему она не ваншотнула? Минус 2 уже за этот поход. До этого у меня ни разу персонаж не умирал, ни один. Ну, жесткая игра, да, типа, по-любому тут будут дохнуть. Факел. Почему у меня квест не засчитывается? Я же 90% исследовал. Наверное. Ну да, мне кажется, исследовал. Ну ладно. Жаль, персонажи в ответку не бьют. Неплохо бы было о, ваншот, отлично. Ой, как хорошо. О, отлично, все, задание выполнено. Такой пиздец, типа минус 2 персонажа. Древние руины принадлежат нам, мы раскроем все их секреты. Ну, типа, овер до хуя лута, награда. Артефакт какой-то. Жаль, что я двоих проебал, кстати. Паранойя. У Вердена придется лечить его. Реально жесткая игра. Вот тут до хрена всяких квестов. Так. Вот этому челику надо помолиться, чтобы он восстановился. А Вердену, не знаю. Шулер не будет играть в азартные игры. Непонятно. Вот тут всякие помещения есть. Они открываются по мере выполнения заданий. Кузница, здание можно улучшать. Тренировка боевых навыков. О, отлично, новый скилл. Герои типа... Герои могут иметь только 4 скилла. И там в настройках надо распределять. Залить проблему алкоголем. Давай попробуем. Так, вот мой лут, что я налутал. Тремор, алкоголизм. Баба, ну у нее все нормально, типа у нее ничего такого нет, то есть ее лечить не надо. Ну вот как-то так.